Ежегодно объем импорта в Казахстан достигает 40 миллиардов тенге. Несмотря на наличие местного производства, казахстанцы продолжают покупать зарубежную продукцию. Мы вышли на улицы столицы, чтобы спросить у жителей, что выбирают они – дорогое отечественное, либо дешевое, но импортное. Ну, конечно, сейчас надо брать свое отечественное, чтобы мы все одевались в своей одежде. Импорт импортом, но свое, оно есть свое. Лучше, конечно, казахстанское брать. Чуть дороже, но ничего страшного. А как вы думаете, по качеству, как у нас? Да, вот качество тоже должно соответствовать цене. Раз она дорогое, значит, и качество должно соответственно. Вы знаете, вообще, конечно, мы как бы за качество, но вот в данный момент, наверное, все-таки то, что подешевле выбираем. Вообще считается, что как бы если казахстанская продукция здесь производит, она должна быть подешевле, вот, но почему-то цены как бы очень большие. А у нас коррупция сильная, я так думаю. Все вот в этом и укладывается. Та же цена, цены на продукты, тоже, вот как вы говорите, промышленность легкая. Очень обидно, конечно, как говорится, за державу, потому что возьми тот же Киргизию и вот нас, вот, но у нас и больше, у нас и... Все-таки страна побогаче, все, но почему-то мы намного больше отстаем от него. Все из-за коррупции. В Казахстане нужно в первую очередь развивать продукцию именно пищевую промышленность. Очень самый главный фактор. Ну, как по новостям уже видно было, да, по информации, по интернету, что реально попадаем мы, просто отстаем. Картофель тот же, да, белорусскими товарами завалено, хотя территория Беларуси намного раз меньше. Здесь свободу надо дать народу, чтобы кто в поселках, чтобы прям без всяких бюрократий, чтобы реально люди спокойно развивались. А то всех загнали в город, в мегаполис, урбанизация, в клетушки. Люди живут в квартирках, идут в Артемик, покупают продукцию, потому что сейчас многие, кто живут в селах, они живут в городе. Поэтому у нас с пищевой промышленностью слабовато, да. Вот, ну, 300 тысяч зарплата средняя, ну, это большая сказка. 150-160, в Headhunter откройте, ё-моё, основное, да, там, не знаю, более-менее. Везде зарплаты такие, поэтому ищут, что подешевле, это рынок. Казахстан көтеру керек, өзімізден шығару қажет деп ойлаймын. Шетелден әкелгеннен гөрі өзімізден шықсын, зато кейін бізде шетелге жеткізе аламыз да. Тағамдарды да өздерімізден алған дұрыс, потому что шетелде қандай заттар қосып жатыр, қандай химикат қосып жатыр, оны біз білмейміз. А өзімізден шыққан зат өзімізге пайдалы болады. Зато ақшасы да жақсы болады кейін. Өзімізге пайда болады. Ну, я здесь живу уже больше полвека, поэтому все мне нравится. Яблоки такие дешевые фрукты у нас в этом году, просто прелесть. Нет, казахстанскую, конечно, потому что это натуральный у нас, поэтому казахстанскую. Пусть лучше подороже будет. А одежда? Ну, а одежда все-таки брендовая, наверное, импортная. А почему вы думаете, вот у нас в Казахстане качества не хватает или дорого просто? Ну, я не сталкивалась с этим, с нашей продукцией именно. Ну, не видела, что прям было хорошее что-то такое. Можно со всеми конкурировать. Надо мониторить цены и все. И делать доступные цены, и все будет, у всех продажи будет. Мне так кажется. Ну, надо рекламировать Казар деген анау брендке қарап кетті ғой. Оны да бренд деу керек, енді біз бәрбір де дамушы еліміз ғой. Ну, өзіміздікі бәрбір де болу керек деп ойлайым. Қашанғы біз біреуге қолымызды жаямыз. В принципе, все можно сделать, но зависит от правительства, я так считаю.